Всем привет! Вот закончил ледобур. Хочу показать, как он собирается. Разбирается, взвесим. Сейчас вес возьмем, посмотрим, сколько он весит. Так, по нулям. Шесть килограмм. Ну, здесь как у обычного бура. Барашку. Кнопка находится в транспортировочном положении. Чтобы не нажал случайно, здесь усилие очень большое. Это не среднее положение. Два болта закручиваем. Переводим его в рабочее положение. Все, готов к работе. Так. Шнек у меня левое вращение. Переходим на левое вращение. И, пожалуйста. Не нужно. Нужно. Ну, усилие, конечно, здесь очень большое. 120-130 ньютонов. Так что транспортировочное положение обязательно надо, иначе навредить может, поранить. Так что подписывайтесь, кто еще не подписался. Лед станет на водоемах. Поедем тестировать и порыбачить. Всем пока!